Любой газон является частью ландшафтного дизайна и гордостью садовода. А для того, чтобы он радовал нас яркой зеленью не только летом, но и весной, его нужно удобрять. Сейчас середина сентября, и самое время позаботиться о газоне. Весной и летом мы удобряли газон с преобладанием азота, для того, чтобы зелень нарастала быстрее и газон был ярким, зеленым, красивым. Осенью нужны другие удобрения. Осенью трава должна подготовиться к зиме, нарастить корневую массу, вызреть для того, чтобы выдержать морозы. И для этого мы применяем удобрение, в котором преобладает фосфор и калий. Удобрение мы вносим, когда трава подсохла, поэтому утром вносить удобрение не стоит, потому что трава в росе. Вечером тоже неудобно, поэтому вносим приблизительно с 2 до 4 дня. Это самое оптимальное время внесения удобрений. Перед внесением удобрений газон нужно обязательно постричь. За 2-3 дня до внесения удобрений мы постригаем газон на высоту 5-7 сантиметров. Стрижка газона нужна для того, чтобы удобрения легко проникли в зону корневой системы. Газон мы постригли, но у нас осталась трава вдоль бордюров, которую довольно тяжело постричь с помощью газонокосилки. Но Виталий Декабрев мне подарил очень интересную штуку, называется ножницы для газона. Она может изгибаться в любых направлениях, ножи также могут поворачиваться в любых направлениях. И с помощью этих ножниц очень легко постричь траву вдоль бордюра. Для осенней подкормки своего газона я буду применять фертигогазон «Осень». Это пролонгированное удобрение для осенней подкормки, которое содержит полный комплекс микроэлементов, основных питательных веществ, и его очень просто применять. Фертикогазон «Осень» – это пролонгированное удобрение. Оно основано на цолитовой грануле, и питательные вещества равномерно высвобождаются в течение длительного времени. Норма внесения 50-70 грамм на квадратный метр. Это где-то 2-3 столовые ложки. Вносить удобрение можно как вручную, так и с помощью механических средств внесения. Ну, у нас небольшой газон, поэтому распылители нам не нужны. Вносим вручную. После внесения удобрений газон нужно качественно пролить. Для этого мы используем обычные поливалки. Подведем итог. Для того, чтобы подготовить газон к зиме, мы его постригаем. Через 2-3 дня вносим качественные удобрения. Я вношу фертикогазон осеннее. И тщательно поливаем газон. В этом случае, будущей весной, ваш газон будет ярким, зеленым и будет вас радовать все лето.